дорогой Раф. Скажите, а на Конгрессе мы можем раскрыть шхину в десятке? Ну, конечно, да. Будет признаком того, что мы раскрываем шхину в десятке на Конгрессе? То, что мы включаемся в одно желание, которое направлено на Творца. Ну вот мы собираемся на Конгрессе, все вместе, товарищи в десятке, кто-то подключен в Зуме в десятке, кто-то вместе с нами сидит физически за одним столом. Вот что нам, как себя держать, направлять, чтобы мы к этому пришли, чтобы раскрылась шхина, единое желание между нами с Творцом внутри. Мы хотим направить себя на объединение со всеми и почувствовать это объединение, что оно по-настоящему раскрывается между нами и внутри каждого. И благодаря этому мы приходим к одному желанию или какому-то свечению между желаниями. И в нем мы раскрываем в этом одном желании отношение Творца к нам. А что такое одно желание в десятке? Это мы все вместе одного хотим, либо у нас у каждого что-то... Мы все хотим одно желание — направить себя к Творцу, соединиться между собой и прийти к Творцу, достигнуть Его. Включиться в него.